Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовить настоящую летнюю, очень вкусную и ароматную закуску. Ее можно готовить как на помидорчиках, покрывать ею помидорчики, а можно покрывать кабачки, тоже очень-очень вкусно. Все готовится очень быстро, буквально в течение 5 минут у вас уже целая тарелка холодной закуски. Прекрасно подойдет и для праздничного стола, и просто для обеда. Готовить проще простого. Беру вот такую вот маринованную горчицу в зернах. Я ее очень люблю, поэтому ее беру вот так вот много, прям с горкой. 2 десертные ложки хороших с горкой. И сюда же буду добавлять майонез. Я люблю просто помидорчики с майонезом, поэтому добавляю майонез. У меня здесь 3 таких вот ложки тоже десертных. Если вы не очень любите майонез, в этом рецепте, в оригинале, вы добавляете оливковое масло. 2 столовых ложек будет достаточно. Также добавляю сюда 1/2 столовой ложки сахара и 3 чайной ложки соли. Перемешала, пускай сахар растворяется с солькой у нас. И тем временем почистила и добавляю сюда зубчик хороший такой и крупный чеснока. И вот через чесночницу выдавила и большой-большой пучок укропа. Я просто укроп люблю, добавляю его. Можно добавить смесь зелени, можно добавить петрушку. Очень хорошо, если вы делаете с помидорчиками, добавить сюда немного базилика. Будет очень вкусно. Перемешаем. Наша смесь заметно становится гуще из-за зелени. И немножечко еще ее поперчу. И все. Собственно, верхняя закуска у нас готова. В этот раз я буду покрывать ей помидорчики. Но опять же, с кабачками, с синенькими. Безумно вкусно. Я буду делать именно такими кольцами. Поэтому помидорчики режу где-то сантиметровыми кольцами. Можно делать полукольцами. Это если у вас помидоры очень большие. И выдавить эту начинку такой небольшой комочек, грубо говоря, из кондитерского мешка и посыпать чем-нибудь. Будет очень красиво и нарядно, если это на праздничный стол. Так как у меня это просто к обеду, поэтому я равномерно раскладываю на свои помидорчики. У меня здесь хватило на 2 крупных помидора, даже многовато было немного. И я в этот раз буду украшать немножечко укропом сбоку и посыпать белым обычным кунжутом. Очень красиво, когда это смесь кунжутов, черный и белый. И очень красиво, если это, допустим, кунжут и семена чиа. Мало того, это еще и полезнее становится. В общем, закуска очень быстрая. Ее можно отправить минут на 10-20 в холодильник, и тогда еще помидорчики у вас промаринуются. Получается очень вкусно и всем очень нравится. Обязательно попробуйте, хоть с помидорчиками, хоть с кабачками, хоть с синенькими. В общем, дерзайте, пробуйте, удачной вам готовки. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!